Бессмертная музыка Джузеппе Верди, ликующая застольная, летящие вальсы, любовные дуэты, кристальной чистоты темы знаменитой прелюдии обеспечили опере «Травиата» признание по всему миру. Одна из самых исполняемых опер мира была представлена в Ульяновске в формате настоящего спектакля. «Травиата» в исполнении солистов и хора Чувашского театра оперы и балета «Волга-опера» и Ульяновского академического симфонического оркестра «Губернаторский» стал первым опытом творческого сотрудничества двух крупных коллективов Поволжья. Премьера спектакля в Ульяновске состоялась под управлением главного дирижера Эдуарда Дедюры. Сегодня у нас будет такой микс двух коллективов. Мы совершенно не раньше не работали. Мы постараемся сегодня сделать замечательный спектакль, чтобы публика осталась довольна нашим, так сказать, исполнением этой оперы, одной из самых красивых, узнаваемых и популярных опер в мире. Постановщик оперы в Ульяновске, питерский режиссер Филипп Евич, привнес свое современное видение произведения. Что удивительно, я когда еще раз обратился к творчеству Мари Дюплесси, это как раз прототип, по которому был написан роман «Дама с камелями», по которому вскоре Верди написал свою оперу. Удивительно, что Мари Дюплесси, она родилась зимой, и потом она действительно погибает зимой. И таким образом и она сделала такой своеобразный круг своей жизни, и в нашей опере мы тоже на это делаем акцент. Роль Виолетты в «Ульяновской травиате» исполнила талантливая артистка Чувашского театра оперы и балета Татьяна Прытченкова. Для нее это не первый выход на сцену в этой роли. В Чувашском театре оперы и балета «Травиата» уже звучала не раз. Но, по словам солистки, на ульяновской сцене Виолетта все же другая. Это современное прочтение у этой оперы. И мы здесь совершенно другие, у нас образы другие, более современные, более веселые, более страстные, постановка более жизненная, я бы сказала. На ульяновской сцене «Травиата» получилась очень яркой, а история любви пронзительной. А поскольку постановка приближена к современным реалиям, то придется по душе не только зрителям со стажем, но и подрастающему поколению. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.